станице Динской их встречают как героев. Четверо игроков молодой, никому до этого неизвестной команды «Тигаз», уверенно обойдя десятки конкурентов, среди которых есть именитые спортсмены, выходит в финал всероссийских соревнований по стритболу. Увесистый кубок победителей и медали – трофей, который они с гордостью предъявляют главе района. Мне приятно то, что с нашего района, то, что новое предприятие вот так работает. Не только хорошо работает, но хорошо еще и спортом занимаются ребята. То, что первый же год, как создана команда, станет столь урожайным, на медали даже сами спортсмены не ожидали. В чемпионате России участвуют команды, за плечами которых десятки, а порой и сотни матчей. Опытные тренеры. А тут молодая, неопытная команда. Сложно было с первого группового этапа, потому что было прохладно в Москве, как бы новые кольца, новая обстановка. А когда вышли уже, ну, не без труда, с третьего места мы вышли из группы, там уже, как говорится, в кавычках, полетело у всей команды. И мы начали выигрывать достаточно с крупным счетом. В финале встречались с командой «Гефест», неоднократным чемпионом России по стритболу. Мы оказали достойное сопротивление. Даже за 28 секунд мы вели одно очко. Встречать чемпионов вышел весь коллектив промышленной группы «Тигаз». Наряду с трудовыми достижениями они прославились и спортивными. Теперь призеров ждет краевой чемпионат по баскетболу среди мужских команд.